Не снимай, не выкладывай. Девчонки, мальчишки, сегодня у нас концерт Гибсон. Я отпахал 5 уроков и мчусь на базу докидать барахла и прямиком в Гибсон. Увидимся там. У меня сломалась моя держалка телефонная снова. Надо опять что-нибудь мудрить. В общем, вчера весь вечер мудрил, ничего не намудрил. Короче, если кто-нибудь снимет, то будет что выложить. Ну, а если никто не снимет, то вот такой вот бложик получится, ни о чем. В общем, еду в Гибсон в надежде, что хоть кто-нибудь что-нибудь снимет и не в вертикалке, а в горизонтальной ориентации, чтобы можно было бложик запилить. Вот такие дела. Что-то пробище какая-то. Короче, подъезд в Гибсон. Не знаю, что там случилось. Я, короче, поехала вблизи. Попробую объехать сейчас. Дал кругаля. Посмотрим сейчас, как я отсюда смогу забуриться в Гибсон. Насколько там пробка. Из-за чего. Будет смешно, если я сейчас и от сета, с этой стороны не заеду. Будет вообще прикольно, конечно. Чёрт, все красно впереди вообще. И здесь тоже кто-то стоит, моргает. Что ж такое-то? Так. Очень интересно, ты встал, дядя. Как раз такая колея, блин, что можно скатиться ему по жопе. Вот сюда нам и надо, направо. Отсюда что-то все таращатся. Заезжаем. Посмотрим, пока свободно. Я так понимаю, там мойка, короче, в этом гипермаркете. Может, из мойки кто выезжает и создают пробку. Мы сейчас удачно пролезем. Еще одно включение. Тут все ок, фоны не стоят. А нам налево. Вот сюда. Ну что, мы в домике. Дверь сзади. Я заехал задом. Сейчас что-нибудь схвачу, такое маломальское, и попру. Подставку сегодня сломал. Снимать ничего не буду. Вот так вот. Чуть-чуть поснимаю, но... Как где пишешь? Да, понимаешь? Да, она сама сломалась, она хилая. То есть ей уже много лет, она устала. Потом роктон, потом... Красота такая. Подсветка есть. Сейчас оно погаснет со временем. Тут две лампы, видал? У него альдухи нет? Пиу. Пиу. Вот тут вот такой вот. Послушай. Пам. Берем так темп. Ой, как хотелось. Чик. Сегодня весь день я по этому стулу, я же добрал. Ящик точно. Добавляем темп. Кнопочку тыкнули, темп, и добавляем. 120, например. Берем, убавляем длительность. Сейчас компрессор по умолчанию сюда. Штука. Окей. Ну, примерно, да. Короче, впервые в истории мы будем чекать сначала вокал. Ну, кстати, нифига. Да. Мы в пьяном страусе тоже с вокалом чекаться. Где? Помнишь? Где? На эмерженсе в пьяном страусе. Да? Да. Так, прикольно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Буду жрать.
что характерно, в кабаке еще никого нет, но парковаться уже некуда. Все затыркано. Кто-нибудь видел, конечно, как дым машин заправляет? Ты, главное, сцену эту бутылочку не поставь, кто Славик попьет. А он попил уже? Ты? Да? Серьезно? Да. Это что, вода что? Это вода. Нахера тут вода? Ну, в этой деке вода, в этой деке жидкость. Она их смешивает, что ли? Да, она подмешивает. Если чисто на воде ехать, как у нас делают многие прокачки в городе, то дым такой рассеивается очень быстро. Вот, ну, это просто обыкновенный пар, нахлажденный. Вот, а если как раз таки заливать еще и жидкость, то тогда... Че, думаешь, будет работать? Блин, куда он денется-то? Не жду я денег отдал! Не снимай, не удалю. Видеооператор мой пишет плохо про Нирвану. Легенда русского шансона – говно. Нормально. Почему-то они и писали. Что я их знаю. А кто тогда говорил, там такая здравая махача была? Кто говорил, где была? На легендах русского шансона. Нифига себе, вот это туман. Дым машина. Шайтан машина. Смотри, дымоган стелится по сцене. Прикол. Какая ты молоденькая. Тебе 100 лет. Ты на год меня младше. Всего ничего. Ни о чем не скажу, кстати. Пойдешь на сцену? Что-то из раннего. Мы попали. Зачеркиваю, пишу. Пойдешь петь? Пишу.
Я шучу, не вздумай. Хотела тебя услышать, поэтому сюда прикатила. Услышишь сегодня. Да.